Вишборд. Вы, наверное, все слышали про самый популярный инструмент позитивного мышления – вишборд. Это такая доска, которую вы вешаете на видное место, а к ней прикрепляете изображение того, что вы хотите добиться или получить. Тем самым вы визуализируете свои желания. Ну и считай, полдела сделано, им осталось только исполниться. Например, это может быть поездка за границу, машина или поступление в институт. Каждый день вы смотрите на эту доску и активно воображаете, что все это у вас уже есть. И через какое-то время это происходит само собой или с какими-то минимальными усилиями. То есть вам помогает случай или вселенная. Хотя у меня закрался вот такой вопрос в голову. Почему чаще всего люди хотят только приземленных и материальных вещей? Ну вот загуглите эти борды, что на них вы увидите? Никогда ни на одном вишборде никто не прикрепил изображение мозгов. Никому не нужно стать умнее или добрее?